Так, ну я немного не утерпел. Подключать на полную работу на топливе я пока не буду, но проверить подключение, как работает, мне было очень интересно. Поэтому собрал все штекера, подсоединил все по инструкции. Кабинный датчик, питание, пульт и, соответственно, насос. Запитал я его пока от розетки. Включаем. Так, и идет соединение. Все. Напряжение 12,5 вольт. Понедельник. Но время не настроено. Вот три температурных датчика. В пульте 21, в самом отопителе 22 и с внешнего на внешнем температура 17. Так, это у нас меню, таймеры, настройки. Версию вот можно посмотреть, программное обеспечение. Параметры. Гашение экрана. Так, запустим просто вентиляцию длительным нажатием вот этой средней клавиши. Идет запуск. Можно контролировать температуру и обороты вентиляции. Минимальные. Теперь максимальные. Включаем коротким нажатием. Запуск успешный.